Субботнее утро. Но в сельском доме культуры уже полно народу. Лучшие врачи-специалисты Анапы приехали проверить состояние здоровья селян. Прием в селе Цибанабалка проводят специалисты городской поликлиники и Центра медицинской профилактики. Терапевты, неврологи, эндокринологи, лор-врач, кардиолог, офтальмолог, педиатр, медицинский психолог. Врач-невролог Игорь Мартыненко 28 лет помогает людям. Анапчане знают его и каждый называет его своим доктором. Отец Александр Мартыненко был ветеринаром. Игорь Александрович еще в детстве решил, тоже будет врачом. Главная ценность – жизнь и здоровье человека. В его философии – его пациента. Появляется достаточно часто впервые заболевания, с учетом того, что иногда трудно попасть к нам, в общем-то, это необходимое мероприятие. Мы выявляем различную патологию, значит, болезни пресса, остеохондрозы, болезни, значит, головного мозга, достаточно тоже часто получается. Прединсультные состояния бывают, гипертонические болезни. Жители села на входе в Дом культуры встречал народный ансамбль «Приморочка». Серьезную помощь в организации постоянно оказывают студенты медицинского колледжа. Их можно сразу узнать по надписи на футболке «Спроси меня». Проводят анкетирование, раздают профилактические буклеты, помогают селянам в разных вопросах, провожают к врачам на консультации и обследования. Любой желающий на Дне здоровья может пройти экспресс-анализ, узнать уровень сахара и холестерина в крови. Сахар у вас 5,2 – это норма. Холестерин ждем 3 минутки. Также к услугам селян – ЭКГ, экспресс-оценка состояния сердца на кардиовизоре, смоки-лазер, пульсоксиметрия, УЗИ органов брюшной полости. На Дне здоровья узнают точный вес и рост. Почти самая популярная услуга – просят измерить давление. Общее состояние здоровья у меня хорошее, но я предполагаю, что где-то есть зачатки каких-то заболеваний. То, что я и увидела сегодня. Очень хорошее мероприятие. Я считаю, раз в год надо вот по всем регионам здесь проводить. Потому что люди не в состоянии пройти одномоментно всех специалистов. Можно холестерин проверить, сахар. Вот. И хотела пройти нейропатолога, эндокринолога. К эндокринологу у меня была очередь очень большая. Я записывалась, так и не смогла попасть. Но здесь хорошо, я быстро прошла. Мне направление написали. Все обследования и приемы врачей в рамках губернаторской программы «Будьте здоровы» бесплатны. Заместитель главы Людмила Мурашова лично проконтролировала, как проходит и организован День здоровья в селе Цибанабалка. В каждой территории мы думаем, каких врачей послать, с учетом того, где-то есть своя участковая больница, где-то есть своя амбулатория, где-то есть такой врач, а где-то есть такой врач. Поэтому с учетом потребностей жителей населения определенного округа мы определяем вот состав врачей. Следующий День здоровья пройдет в субботу, 29 ноября, в Супсехском сельском округе.